сейчас. Фуга, блин. А можете сказать, откуда вы? Донецк. Местный, да? Да, родился в Сталина еще. А, за родину, за Сталина? Нет, за семью. У вас все нормально, надеюсь? Пока да. Слава Богу, давно здесь? Уже в Донецке. А вот в районе аэропорта? Недавно. Вот расскажите, мы только приехали, как здесь обстановочка-то? Стреляют. Сильно? Так, мы идем на некоторый этаж. На третий. Откуда, собственно, видны позиции доблестных украинских войск. Скажем так, в 14-килограммовом бронежилете это делается непросто. Клоним вместе в одну игру. Здесь когда-то жили люди. Есть кто? Убегали в спешке. Все на месте. Книги, телевизор, компьютер. О, побудь вам. А это вот КДП, да, как раз у них вышка вот та самая. Малорусская? Ну да, это. Других-то нет здесь? Наблюдатель. Ну это контрольно-диспетчерский пункт, да? Да, да. Это он? Ага. Да. Здорово. Профессор! А, убей! Да, о, вот сейчас посмотри. Давай. Здоровье нормально ложишь. Давай я не покажу кое-что. Давай. Но вот этот сними. С нами Бог. Это самое главное. Снимай перчатки, Дон. Да, я увидишь. Паша, в машину! Вот так точку менять и оперативно. Приходится менять точку, потому что точка пристрелена. По нам уже отрабатывают миномет.
часто выходить и оставаться долго на позиции нельзя. Сколько приблизительно работа времени занимает? Минуты? Уже как часы работают. Домой, это домой! Чтобы как часы, примерно минута, две минуты отстреляться и уйти, пока минометчики не успели собрать.